Всем привет! Как и обещал, сейчас я вам покажу партию в Gremlins Incorporated. Ну, а если вы не видели обзор, то сходите по ссылке в верхнем правом углу, посмотрите обзор на игру и приятного просмотра. О, ну шестером вообще эпично, все слоты забиты. Да, нормально. Где можно было еще больше игроков? Еще больше. Да, ну посмотри, в раю может быть один. Планет. Не, а тут же не максимум нет, 6 в лобби. Больше 6 просто. Куда же они это будут? Будет... Просто будет хаос, поэтому не стали делать, наверное. Тут и так хаос, там 6 я думал. Куда же они все тогда поместят? Пи. Плюс в том, что можно быстро ходить, обдумывая ход заранее. А тут иногда очень долго ждешь. Ну как очень? Как для настолки, так. Блин, достаточно вот долго. С одной стороны, у меня, конечно, офигенные карты пришли. Вот прикиньте, у меня 3 карты на 6. Ну, на 6 клеток, чтобы ходить. Ну, у меня тоже, я их оставил только, чтобы ходить. Но они все требуют 1000, там, 1600, типа, денег, чтобы их использовать. Типа вечный двигатель. Ну да, да. А вменяемых карт, вот, типа, вот, чтобы вот мне какую-нибудь там сейчас вот сыграть что-то, вот реально нету просто. Даже не знаешь, что делать. Включать читы. Прикольно вначале драться за клетку. А не, когда весь капитал спустить псу под хвост. Кто напал, тот и победил. Если у тебя 200, ты можешь, да, реализовать, кстати, очень хорошее здание. Офис. Вот что там такое хорошее сделал. Опа. Сейчас в офисе пойдет. Смотри, вот я про это и говорю. Планы пошли, так окей. Еще голос продаст. Да нет. А мне очередь, у тебя второй ход, Поляков. Я думаю. Вот у меня часы Армагеддона, вот офигенная, конечно, карта. Я всегда мечтаю ее сыграть. Но никогда. Никогда не получается. Потому что 1000 золота это какой-то, ну, вообще нереальная сумма в игре на 30 ходов. А так у вас бы, прикиньте, каждые 6 раундов вы бы теряли по шестеренке. Чего вы молчите? Вас вообще не волнует? Обдумал. Смотрим, что это слишком жестоко. Пошмонали будут, в тюрьму против не походишь. Сделка с дьяволом. Ну так, видишь, хотел вас всех заложить. Ладно, там в полицию, но тут... Я запомню, запомню. Как ты будущего губернатора гнобишь? О, видали, какие там амбиции. Вот, кстати, у всех чуваков, которые играют вот этим помоечным римлянам, они все губернаторами становятся. Точнее, не губернаторами, а самые богатые. Помню, ну, Халецкий в прошлый раз. Ведь. Не, у нас, судя по всему, по нашим играм, все губернаторы сидят в тюрьме, так что я бы не да, стремился. Да, у нас вообще все сидят в тюрьме. Какое тут перераспределение богатства, смотрю. Да как в монополии постоянно там какие-то минусы, плюсы. Извиняйте, ребята. О, злоумышленник. Короче, ты следующий. Куда? Что? Почему? Надо было тебя посадить. Не-не-не, ребят, вы чё? Ребят, играйте карму. Где что взять? О, да, началось. Еще один злоумышленник. Алексей, я бы на твоем месте вот не стремился вырываться в лидера, а то
как-то все прошлые игры говорят о том, что... Три шестеренки — это фигня. Сейчас а вот получится. Ты всегда так начинаешь, что три шестеренки — это фигня. Ну что, мне не брать шестеренки, если на кухне прям лежит? Потом в итоге последнее место. Набирай голоса, иди в этот... в карты хаоса, меняй голоса на шестеренки. Вот так, как бы медленно, но верно. Это твой план, да? Это план любого. Ну вот, например, ты сейчас же жертвоприношение можешь сделать, да? Короче, он пойдет сейчас шестеренки жертвоприносить. Ну и зачем мне это сейчас надо, чтобы меня их сразу сняли? А, блин, я думаю, ну так на 50-ю вообще все наизусть запомнишь, что там, куда и как. Вообще будет тотальное просчитывание ходов. Ну это, кстати, правильно. То есть, знаешь, чем эта игра хороша? Что тут довольно быстро запоминаешь, что к чему и какие карты есть, и что выходит. Слушай, Есенева, меня-то за что, а? Ну, блин, ты идешь к этой, к заводу. Всех, кто идет к заводу, тех сажают? Честно говоря, выбирал между тобой и Халецким. Ты глянь на мой аватар просто. Разве вот этот гремлин назначен для работы на заводе? Завод 130 голды, ребят. Ну, Халецкий сейчас. В общем, ты ошибся. Надо было меня сажать. Да. Вот Халецкий. Да. Ну ладно. У него 130 голды, у Халецкого было 530. Еще я работать не хочет, да. Вообще зажрался. Ну, в Беларуси, кстати, ввели налог на тунеядство, так что я не желаю работать, мне придется налог заплатить. Так что сейчас заплатить, да? Сейчас, короче, пойдет туда астральный извоз, в этот, в астрал, а там... сыграет задание какое-то, нет, блин. Я уже 5 шестеренок забомбил. Леша, кстати, увидел тот твой коммент насчет того, что мастера Ориона не стоит пока брать ни в каком виде. Посмотрел те летсплеи. Ну я вообще не понимаю, я просто не совсем понимаю вообще, зачем обычным игрокам покупать ранний доступ по-хорошему, вообще для любой игры. Не только я тоже так подумал. Да не, ну иногда бывает полезным, там ранний доступ, все дела. Иногда это просто играбельно бывает. Нет, есть. А сейчас так я. Ой, блин, на пиратку я... зашел. Слышишь, там, так как... не отвлекай меня, я тут ходить должен. Давай, как я в прошлом ходу. Ходи. Заболтывай. Потому что я зашел, она выглядит вроде как красивенько все, но вот что-то не хватает. А в сетевой, я смотрю, даже таймера нет. Не, ну что, это самый ранний доступ, понимаешь? Они только его запустили, еще там какой-то один патч только был, и даже нету даты выхода. Ну, я не знаю, зачем играть. То есть, я вам могу вот рассказать как обзорчик просто об играх, да? То есть, мне эти игры дают, я вам о них рассказываю. Но зачем... Ну, да. Просто вот человеку, который хочет получить удовольствие от игры, этим заниматься, я не знаю. То есть есть люди, которые, которые хотят править, то есть какие-то свои правки вносить, да, там сообщать разработчикам. Им, да, им стоит глянуть ранний доступ. Но обычному игроку, который... То есть, в принципе, вот в нынешней ситуации, в нынешних вот как продают игры,
Я считаю, что ранний доступ – это хорошая штука, потому что фанаты занимаются как бы допиливанием. Вот мне не нравится, что Firaxis делает, который выпускает типа XCOM 2 под видом уже готовой игры, которую реально надо допиливать. А Wargaming, вот, да, ранний доступ, но игра довольно хорошо выглядит технически. В нее только надо вдохнуть, ну, душу такую, знаешь, вот внести саму наполнение. Да, не, просто так о ней, ну, то есть вообще ничего не знал. То есть думаю, ну, раз уже что-то вышло там, думаю, значит, должно быть более или менее играбельно. Тем более, что Wargaming, они что корабли свои, что там, они любят там беты, альфы. Леша, я не понял, ты с меня 5 шестеренок снял? Да. Отлично. Запиши. Сам же сказал, в начале игры вырываться плохо. Так, я Есенина записал в списочек. Черный список. Все удалил из рупу, пошел. Все понятно, все ясно с тобой, все ясно. Я исправился, понимаешь? 5 шестеренок, я на них копил бабло столько. Ладно, в связи с этим давайте я вам устрою. Танцуют все! Отлично, минус 100 баксов. Ну, класс. А что там насчет Endless Space второго слышно? Что-то вообще ни предзаказа, ни трейлеров, ни инфы. Ты иногда пишешь там, что скоро-скоро уже, а что-то вообще глупо. Ну, делают игру, подожди ты. Я думаю, они а раньше выйдут. Ну, во-первых, сначала Stellaris выйдет. Stellaris, ну, да, выходит. Stellaris. Но это чисто на сингл он же будет. Парадоксы, ну, они сетевое, да, не очень, да, имеют дело. Ну, это, считай, Европа Универсалис в космосе, да, по-хорошему. Не, а там что привлекательно было, то, что там все тоже на рандоме будет, все будет создаваться процедурно. Ну, то есть, если они сделают это как надо, там, и не надо будет ждать сотни DLC, чтобы это можно было более или менее с комфортом ожидать. Звездные карты видели, ребят, что было у Куликова? Я не видел. У меня красная карта была всего лишь. Нет. И она не заюзается. Колоссам ты за подставку эту, да? Ну, подножка красная была, и запретные знания. Запретные знания белые. Че, народ уже карты считает? Осталось 71. Ну, там она описана. Только ты все равно не знаешь, какие там. Ну, видно же, какие выходят. Полны, ты замучаешься определять. Так ты видишь хорошие карты, которые выходят. И действительно цепляли. У меня два агрегата. Так может быть, да? Да, ну вот я, наверное, раз, два, три, четыре. Следующим ходом, наверное, дойду и использую. Он должен неприятность для меня выбрать. Спасибо, спасибо.
маловато злости у всех. Ну, пока 6 ходов. Пока губернатора нету, злобы мало. Блин, вот не люблю эту карту. Вообще терпеть не могу. Так, я... Да ладно, классно. Я кому? Я Алексею Полякову отдаю, да? Да. Так, а ты у нас где, в тюрьме, бедняга? Слушай, ну я тебе, наверное, чудеса бюрократии дам. Типа, вот тут есть какие-то близко. Тебе мне рассказывай, что ты мне там даешь? Ну вдруг ты против, может ты хочешь другие карты. У вас карты. Что там, такой секретный союз? Я не да, у нас тимплей. Ну, в другую как... комнату хоть перейдите, чтобы пообщаться. Ну, как... Ой. Команда тезок. Проклятие шестеренок, да? Скоро у меня их тоже не будет. Из достижения заю сразу 5 карт, он его выполнял вообще. Охота. Это сложно. Еще он... нужно, чтобы совпадала и локация, и клетка, еще и с игроком взаимодействие было. Достижение есть, это же можно сделать. Причем нельзя ну, карты, да. которые эти дают вне очереди. А вот фиг его, когда вне очереди считается или нет. Ходы вообще, когда ты просто ходишь, они не считаются. Я ход пропустил. Так что. Давай, Халецкий, я ж тебя не понял. Не ладно, покажи карты. Там было либо показать карты, либо заплатить 50 золотых. Так, я еще могу обменять. Ну, неплохие у тебя карты, конечно. Ну, не на сегодняшний ход, скажем так. Все, я теперь никуда не убегу. А у тебя еще и побег сгорел. А что ты вытянул вообще? А? А что ты вытянул вообще? Ну, я вот рупор демократии, он тут на 6 клеток ходить неплохо, по-моему. А там еще и... Ну ладно. Мне денег не хватило. Блин, просто. А зловредность при выборах она мешает? То есть она вычитается, что ли, из глаз? Да, там складывается. Нет, по-моему, наоборот, не зловредность прибавляет. Зловредность она отнимает голоса, по сути. Там вот зайди в подсказки, там прям четко написано. У кого максимально, у кого минимально считает голоса и суть. Я просто смотрю, лидер гонки сейчас 4 голосами, когда у Лёши 6. Минимально, максимально только смотрится. Нет, у него наименьшая зловредность, и, соответственно, ему плюс 3 голоса. И все, больше ничего нет.
Взял три шестеренки у меня спер. Ну, потому что у тебя больше всех было. Ну, а теперь больше всех. Я вообще опыта Сажа хотел. А у него еще и денег потом много. Ребята, запустите выборы. Зачем? Чтобы дань собирать. Саша идет на базар или в этот преисподний, даже страховку платит. У него деньги преисподний есть. Преисподний, тебе не кажется, что далековато? Конечно, я не туда иду. Так вложился. Если быть точным, эксплуатационная протяженность линии московского метрополитена составляет 292 километра 900 метров. Это один из крупнейших метрополитенов мира. И да, это реклама 2GIS. Справочник и карта городов 2GIS знает 221 545 проходов и проездов в 15 городах-миллионниках России. С этим приложением вы не заблудитесь, так что заходите на 2GIS.ru и совершенно бесплатно скачивайте приложение под вашу платформу. Хорошая карта. Блин. Нас дуза это выбивает. Что, скрывал что-то от нас, да? У меня есть карта, из-за которой я сейчас в тюрьму уйду. Я вообще не это искал. И не одна, судя по всему, да. Да нифига себе. Мистер карта, блин. Я сейчас из тюрьмы не смогу выйти. Ты злодей, Синестра, вообще. Да я не это искал, честно тебе скажу. Не повезло. Вот что ты там искал? Да вот не скажу. А то все сейчас поймут мой злой замысел. Тоже он мне. Вот лидер, вот он, Бармургер, ребята. Ничего себе, замедлитель, ты чё тут? Решил всем пакости делать? Какое злодейское изобретение просто. Меня в терягу из-за доброй души посадили вначале, да? Слушайте, гляньте там у Алексея. Целых две активных карты, все какие-то. Ну, что нас наживаться. На обычных гремлинах наживаешься, Алексей, не стыдно? А еще у Бернарда больше, у Присажа больше шестеренок, я тут ни при чем. Это начало игры только. Взываю огонь на себя! Ну как начало игры вообще? Ты уже 1/3 игры прошла? А, не преувеличивай. Я очень точен. Не преувеличиваю, не преуменьшаю. Треть? Реально треть? Без одного хода. Я бы сказал, без трех людей. Вот сейчас. Олецк, а что ты ход туда пускаешь? Что, на заводе я решил появиться? Да, да. Ничего себе. Угадал. Странный ход. Не, не странный, я просто понял, что он на помойку копит. А у него там... А мне деньги нужны. Там же красный, ничего нет на помойку. Да не, это ж не для этого. Там
там Поляков стоит перед адом, вот это вот можно было проверить. Так оно ничего, к сожалению, не дает. Поляков идет сбрасывать своих этих, ну, чуваков приотаченных. У него не карты, у него карты хаоса, жертвоприношения. Постоянные, он идет эффекты скидывать, да. Вот надо было в тюрьму уже, можно было осмотр кинуть. Так у него нету карт. У него карт нету. Толку от этого не будет, у него постоянное, да. У меня будет всего лишь 10. Всего лишь 10, ничего себе. Какие мелочи. Ну, у тебя сейчас уже 5, слушай. Так а мне больше нету способа взять. Ну да, плюс 5. Ну. У меня артефактов никаких нету. Вон там Есенин еще идет туда же. Я никуда не иду, я сейчас только что все карты сбросил. Я имею в виду, у Есенина тоже есть артефакт этот, зеленая карта. Если не я, то он пойдет. Особие для бен. Да, хоть что-то. От вас же не дождешься. Когда там уже видео на канале будет, может какие-то новые игроки к нам примкнут. Что тебе, чем тебе идти не нравится, что началось? Не, я имею в виду, ну сегодня вот шестером, а вчера вообще пятером, а на вторую осталось мало. Печально, печально. Ну так. Рейтинговые игры на четверых и на троих проходят вообще-то. А рейтинговые — это не весело. Тут же чисто по фану сидишь, как бы. Ты знаешь, по твоему голосу не поймешь, весело тебе, не весело. Вот честно скажу. Я тебя заверяю, что очень весело. Да, где речевки, там, не знаю. Вскрики досады. Вот как у Есенина, когда он в прошлой игре в тюрьму садился. А что ж такое? Тоже довели человека. Чист как стеклышко. Вообще даже скинуть нечего. Качу репутацию. Еще с нулем закончить. Че это? Че это отлично сыграно? Там ничего не было, мне все равно. А я как бы не для тебя, а для себя. Понятно. Знаешь, что ли, хочешь попасть? Слушай, никто в астрал еще не путешествовал. Ни у кого не было возможности. Все тут в основном тусуются внизу, считаешь. В тюрьме никто там 1-2 там были.
все же уже засекли фишку, что на те минусы только подойдешь, уже все, все кидаются. А, он в астрал пошел. Куда только телепорт там можно? Ну и, или если повезет, что ни у кого не будет ничего. Ну типа, я в прошлой, партии два раза сходил. Вот именно через эти минусы и как-то норм. Ну то как-то да, повезло. Там, кстати, даже ачивка есть, поменяться местами с чуваком, у которого один или два хода осталось до астрала. У меня вот в какой-то рейтинговой игре было, чувак пришел в астрал, там, ну, сыграл какую-то карту, и я тоже шел в астрал и был в двух клетках от астрала. Так чувак из астрала сходил на две клетки, встал на вот эти... казино, типа, или как оно называется, поменялся со мной местами и дошел до астрала, еще там дофига шестеренок взял. Сволочь. Ну, вообще, блин. Не, ну это чистое везение, то есть это не то, что там скилл или еще что-то. Дошло просто, да. Так не заходит. Будет вот этот, вообще бестолковая карта, считаю. Да не, ну что, она в комбинации дает очень даже... Особенно если у тебя плюс хороший, то там есть в офисе. Зайду в агрегат, наконец, 200 золота скопил, надеюсь, раз, два, три. Она тебе только голды твои дает, тут твою ставку и все. Ну, заработал голды, пошел в мастерскую и так далее. Да. Ну, один агрегат я использую на ход. Да. Если у тебя две таких, может быть, три карты, то можно. А мне часто попадаются два этих будня. Постоянно, когда у меня маленькая прибыль, я там стою, получаю с них 20 в общей сумме всего. Так, ребят, у кого секретные карты есть, колись? Хорошая попытка. А ты вон лидера осматривай. Не, лидера до этого смотрели же, ничего не было еще в выпуске. Че, ни у кого? Ни у Алексея, номер... А, не, у нас присаж. Халецкий, а как так, что две шестеренки? Что ж такое? Кто пять спер шестеренок? А ты что, забыл, что у меня пять шестеренок сперли в начале? У меня пять шестеренок сперли. Блин, как что, где, когда? У меня еще три сперли. Знаешь, что отвечать, говорит Пушкин, так и у меня это самое. Кого посмотреть, Есенина смотришь? Будет. Просто 2-0 будет, классно. Ну вот. Нет слов, одни эмоции. Ты ж меня завалил, Есенин, в начале игры. Ты ж меня голду спер, я запомнил. Не было такого. Это называется не запомнил, а затаил. Тут, Леша, знаешь, какую должен был затаить тогда? Ну, блин, тут такая игра, понимаешь, я сразу же готов ко всем подлостям. Как в Буратино, да, я готов на подлости. Ну, песня Карабаса-Барабаса. Смотрите мои карты, чистосердечное признание. А что-то слабовато. Ну вот да. Вот у кого надуло. Да не, махинация только сейчас пришла. Серёнки забирается, агрегат. Но мне за это дали кое-что. За эту секретную карту.
как порвался. Ну сейчас начнется. Да ладно, у него там всего одна шестеренка, но получит он 6 там. Давайте какую-нибудь его в тюрьму посадите, что вы? Нет, дайте человеку сыграть в карту. В тюрячку. Под авоката. А ничего я не это делаешь. Запомню. Только будет это знаешь, как в играх от Telltale? Синестер это запомнит. Ничего не сделаешь с ним. Он будет просто голову там копить. Так, единственное, знаешь, как можно сделать, ребят? Так вот. А меня зачем? Ты не того, да? Как-то не того чувака. Слушай, спасибо тебе большое. Там Поляков еще мог... Значит, ты расстанешься сейчас с 362 монетами. Он еще Поляков мог догнать. А Халецкого стоит. Обманул ребят вообще. По 100, я 107. На 2 года посадили. Слабовато, конечно, слабовато. Не в очереди? Ну а чего? Ну да, там же бонус дают. А вам жалко, да, что я вне очереди хожу? Вот вы гнилые люди все-таки, а? Так мы ж не люди, мы эти... Гремлины. Гремлины. Гремлин другие не бывают. Да. О, давай показывай, что там. Ого, дьявольские главное... кости, это ты кому хотел подсунуть? Вообще, прошел только один ход с того момента, как я вам показывал свои карты. Я и говорю, каждый ход показываешь карты. Я готов каждый ход карты свои показывать. Капец, ну тут, конечно, и карты выпали, все красные. Давай полный облом выпадай. Почему я опять должен с ним что-то делать? Все были карты еще хуже. Минус 10 дохода взял, капец. Ну давайте, что сейчас Синестра устроит нам? Ну, давай. Да ничего, просто останусь. Все. Не томи. А ну что я могу сделать с таким положением? Ничего особенного. Ну вот. Самая крутая карта, которая там может быть. Там 8 еще есть вроде. Не, это бесплатно. Ты ну, халявный ей дает деньги. Ну, там окей. Еще вторая бесплатная есть, но... Она это самая крутая. Выборов сколько там и Халецкий первый. Ну а что он сейчас присаж сделает? Не, ему карту махнул, не волнуйтесь. Да вот как-то сыкотно. Отлично.
Не дошел. А куда шел-то? Посмотри мои карты. Так покажи. На жандарма он шел. Богатей. Это призыв был? Нет, это было констатация утверждение богатей. В сторону бро посмотреть вообще не судьба? А я что-то самое злое сейчас, слушай. Я ничего это такого не делаю. Бро, Присаж, Нестра. А чё я, да? Чё я? Все богачи тут. Мы тут с Халецким. Да, скиньтесь нам там. Станет мэром. Наверное. Ой, нагребет. Да мы за него голосовать не будем. Импичмент. И не на что мне покупать страховки. Огромное спасибо. Ты меня уже вторую игру подряд сажаешь. Не, правильно, я вот прям восхищен, как в нашей стране справедливо работает суд, потому что. Ну, так ты заслужил. Слушать, одна там это, одна шестеренка, его-то за что? Вот я тоже не понял. Только что объяснил за что. За то, что у него всего одна шестеренка. Типа самого бедного, да? Бабло. Я половинил. Самый бедный, без голосов, без шестеренок, сиди в тюрьме. Слушайте, а вот мне интересно, а что они потом с этими шестеренками делают? Механизмы собирают.
Так, для бро я выбираю, да? Ладно. Блин, я тебе мог, конечно, минус 150 золота. Ладно. Я тебе мог минус 150 золота, минус шестеренка и минус 2 голоса сделать. Но пожалел. Чего я закатился? Зато 60 голды нашел. Помойки-то. Здорово. Это ты меня посадил? Ты мог на ход позже посадить? Я бы еще одного туда отправил. Сидели бы втроем, вместе веселей. Тебе компанию подбирал, что ли? Ну, на троих же соображать всегда легче. Хорошая карта. Вот. Вот и третий. Блин, а сейчас, кстати, паханом быть в теряге. Ну, это если ивенты там выпадают на то, что ты с остальных там снимаешь. Ну, ты с них деньги снимаешь, у них так по нулям. Слышь, мухляж. Отличная неприятность. Кстати, да, по-моему, мы все про лидера забыли. Все о нем забыли. Тихонечко там сидит со своими 12 шестеренками. Ближайших лидеров посадил. Особенно Есенина. Конечно. Есенина я не сажал. Он самый опасный. Как темная лошадка. Не знаешь, когда выстрелит. И деньги собирают за посещение казино. Да. Неужели? Здесь пороемся. Чудесно. По-моему, мне другую аватарку надо. С бомжом. Ага.
Блин, хорошая карта. Хорошая карта была. Блин, я думал, ты в сокровищницу идешь. Получил бы денежку с тебя. Ну и так неплохо, в принципе. Ну, Алексей, согласись, 5 шестеренок тебе это уже жирно. Так как говорится, рожа треснуть сможет. Уже не догнали в любом случае, да. Да. Тем более две постоянных. А, хотя там уже это не влияет. Рассказывай, что у него. Сейчас я выбираю место. Какое у него место выбрать? Присажи. Место карты. Выбери астрал какой-нибудь. Тюрьму. В тюрьме ничего я-то нет. Я-то тут при чем? Че, даже не меня смотришь? Секретная разработка, но это ладно. А у него денег нету тебе платить. Я все равно не угадал. Кто искал? О, спасибо. Это временно. Все шесть карт с циферкой 3. Постоянно такая же. Да, их больше всего с цифрой 3. Судьба меня прям на неприятности так и толкает. Мне давай, я тебя выберу. Давай, ну, давай. Давай я выберу. Справедливость. Все кидают аутсайдером почему-то. Я ж его посадил, надо же ему отомстить-то. Мне. Да чё тебе мстить? Депрессуха. Ну присаж, ты как-то соберись. Ну, не все так плохо на самом деле. Весна, витаминоз. Да. Все будет хорошо. А там Есенину надо подкинуть. Хоть чуть-чуть. Чего? Вы доподкидывались, не надо больше. Не, я имею в виду шестеренок. Я ж самыми лучшими намерениями. На, я ваши на. Как говорится, вы главное не мешаете. Блин, у Полякова классные эти штуки на посещение. 25 с казино и 40 со свалки. Блин. К эту.
Сам не забрал. Ну, спасибо. Еще одна шестеренка. Я не возражаю. У меня 4 голоса уже было. Так выборы были. А, выборы точно, я не прогадал. Тот заранее продумал, а сейчас посмотрю. Что, поможем Лёше-то победить? Да. Неизвестно. Давайте. Лёша, он в той партии уже побеждал. Нет, это вот у меня отличный план, чтобы победить вас всех. Мне осталось накопить 1000 голды. Да, мне тоже нравится. У меня вообще какая-то херня, а не карты. Лёша. Что? На тебе. Так, а я кому даю? Алексею, да? Да, Парикову. Ничего себе, ты мне вечный двигатель выдал. Копи. Да, ща. Мне буквально 700 не хватает. Не, ну он на 6 клеток ходит, тебя это не волнует? Ну там 20 голды, мне он не особо сейчас нужен. Нифига себе. Минус 1. Везука. Что такое не везет, и как с этим бороться? Ты, Лёша, забыл, да, кое-что? Ты у Лёши спроси, что такое не везет, и как с этим бороться. Лёша, кое-что забыл, вы не напоминаете, главное. Что я забыл? Ну расскажите. Все забыл. Как... Или Алексей Поляков забыл? Именно ты. Я забыл? Да. Бро, ну вот... Ну ладно, ещё, я молчу. Ну блин, ну напомните, что я забыл. Чем ты так? Это все на тройку карты, а что мне делать? Ну блин. Все на тройку карты, все на тройку. Ходить нельзя, за тебя будут походить, по-любому походят. Блин, ты скажите, что я забыл, я не могу въехать. В конце игры скажем. Ну вот. Ты не лопнешь? А что, что-то важное такое? Да, это важно. Это очень важно вообще. Он, может, забыл в астрал там сходить или еще куда-то. Ничего такого. Вот сейчас что-то вытянем. Самое важное в игре. А, нет. Не дошел. Разбились подлые планы. Ну, у меня карты просто хреновые. Хочу их поменять, как бы. Мне пофигу на самом деле. Блин, что ж я забыл такого-то, а? Помни, в связи с чем тебе решили напоминать, что такое не везет и как с этим бороться.
Так, ну, посадили в тюрьму Алексея, он выкинул единицу, когда попал на жандармов. А? Второй день игры не припоминаешь? Нет. А говоришь в конце игры. Скажешь в конце игры. Типа, что я сидел все в тюрьме постоянно. А, нет, нет, так то, что Поляков хочет пойти, ну, жертвоприношение сделать, это я помню, но там же уже использовано вроде как. Ладно, ты не помнишь. Говорите, ребята, человек догадается. Рано или поздно. Бывают такие варианты, что за счет этого просто можно выиграть игру очень быстро. А? Ты что ты будешь делать? Неплохо. А я неплохо. Повезло. Красиво. Все будешь сбрасывать? А, нет. 4 сбросил. Да, Лёша. Я думал, ты подумаешь, что ты забыл сделать. Да что ж он нам такое забыл сделать? Да блин, что я забыл сделать? Объясни мне. Я иду карты сбрасывать. Нет. У меня карты на 2 и на 1 движение вообще. Чё он мог забыть? Там уже всё закончилось. Всё, не, ребят, погодьте. Там было не то, что он забыл сделать, а то, что он просто забыл. Вы чё? Блин, что я забыл? Да я не понимаю я. Забыл из предыдущей игры и все. Не, ну у меня было 10 голосов, я мог бы их поменять, но у меня же их нету, потому что я стал губером. К этой игре это имеет отношение.
Я вообще не понимаю, о чем вы говорите. Блин, насчет рандома в этой игре вообще. Рандом огромный в этой игре. Но он вчера не играл, если что. Вчера, по-моему. То можно на клетку с жандармом вставать 5 раз подряд и выкидывать единичку. А нафига вы меня посадили? Они подумали, что ты шел куда-то. Присаживай, нафига ты меня посадил, я не понимаю. Да присаж всех сажает просто подряд. Так лидер Алексей Поляков, почему ты его не посадил? А смысл его уже сажать? Чтобы он больше не набрал. Есть, конечно. Можно было бы еще меня так посадить. Так. Была моя четвертая попытка. Давай что-нибудь сыграй там, не знаю. А то единичка слабо. Я хочу Ну вот, видал, сперли у меня троечку. Обалдеть. У меня уже в сумме, наверное, сперли. Ну да, теперь Синестра побеждает у нас. Уже 7, наверное. Ура. Я дошел сюда. За партию. Я тебе говорю, Алексей, тут нельзя вырываться вперед так резво. Ну, Синестра точно такой же рейтинг имеет. Теперь я на один меньше. Ну, сейчас Халецкий что там на то... А, нет. Да нет, у меня ничего, просто я вышел из тюрьмы. Голодный и без денег. Леша дань собирал, кстати. Какую дань? Ой, я вообще забыл, кстати. Про это и был вопрос. Ну, я просто... Я понял. Да, точно. Ты потерял в районе 350 голды. На самом деле, я же тебе объясняю. Я иду в преисподнюю, чтобы поменять карты. У меня карты... То есть, реально, мне деньги по-хорошему нафиг не нужны. У меня тупые карты по одной-две клетки, которые... дают всякую фигню, и на которой мне деньги не нужны. Мне надо как-то карты скинуть. Усилитель. Ничего такого. Что, у меня ж нету проблем с деньгами на самом деле. Да-да, да. Если ты до своего хода их не забрал, они сгорают. Я помню. Ну, давай собирать, действительно. Было бы у тебя 900. Ты еще накопил бы как раз в парку, пошел. Да у меня нету, блин, на что их тратить, хаос, к сожалению. Хаос. Карта хаоса есть. А, ну да. Которые находятся в этом, в астрале. Нет, в этом, и в хаосе хаос есть. Тоже, да, плюс 13. Это победа была бы сейчас. Да не набрал бы я 1000. Во-первых, да, а во-вторых, 300... я еще ни разу не дошел до хаоса. Начнем с этого. Да не дали бы ему 1000 набрать. Вы о чем вообще? Тут он 500 уже накидывают совсем. А с 1000 так и подавно. Победителей сразу видно, ну, стоп. Кстати, если счет одинаковый, что будет? Интересно? Они смотрят по этим армонбитам. У кого меньше злобы и так далее. Да, да. Кажется. Пока что Поляков. Ну да. Кто первый набрал шестеренки? Я не знаю вообще. Опять вечный двигатель. Нафига тебе этот один голос? Ну, у меня было на одну клетку или на три. На три иду в тюрьму. Ну прям. Ты ж можешь заплатить. А, ты типа конфликт у тебя. Да. У
Ну вот сейчас Синестра что-то под конец сделает и выиграет. Да что там сделал? Хотя сейчас у всех шансы есть хоть что-то сделать. Халецкий может наконец что-то сделать. У него 600 монет. Ну, у Лёши был шанс, я вам скажу честно, был шанс большой. Сейчас реально, Лёша, у тебя штукарь был, да? Ну я же ни разу не дошел сразу до происходной. Этого и не дошел, что никогда не сыграл. А вон, смотрите, кто-то в астрал пошел. Да. Ну, значит, там, наверное, не окажется что-то такое. Что-то вы, ребята... Не, он может туда отдохнуть. Пошел. А вот и 12 у нас, бро. Так, тихой сапой. О, блин. Неудачи, да, получается. Кто же? Может выбрать. На присаже делает, он сейчас выиграет. У него там карта есть. А Поляков сейчас не выиграет, да? Семестра или Поляков? Поляков уже не выиграет. Не, я... Поляков уже по-любому не выиграет. Ну, в смысле... Семестра сделал. Ерунда там платит все равно. Забирай! Смотри, сколько зум. Смотри, Леша, и сколько ты потерял. Реально, 1100 было. Я про это и говорил, это очень важно. 1100 было, где-то 1200. Как раз переспойдем мы сейчас. Да, возможно, кстати, да. 100%. Кто бы тебе помешал? Тут на топы накинулись. Не заметил, да. Ну вот, да. Вот, вот. Это было бы уже 25. Ну сейчас под конец вообще за эти 5 ходов неожиданно все так нахватались. Прям неожиданно. Ты прям не ожидал реально. Игру без золота копили главное. Я боюсь, что не дойду даже, блин. Капец, еще минус шестеренка. Ну давай. Чего, одного Лёша, а не у второго? Присаж, давай, что ты там несешь в астрал? Я не донесу, говорю. Чего не донесу? Давай. Там, может, надо заплатить уже? Лёша, забирай деньги, вот по 1000. Так а смысл? У меня, блин, я за два хода все равно не вернусь в преисподнюю. Ачивку дадут, 1000 взял. Тебе дадут события, достижения. Вот, штукарь огромный. По второму кругу в этот. Ну, мне не дали ачивку, видимо, я ее получил уже до этого. Можешь попробовать в хаос. Тебе тут буквально 6 ходов или сколько там? Мне в хаос. Мне в хаос 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Не, никак. Там ни у кого, я так смотрю, уже на мастерскую не осталось ничего на завод, да? Ты до завода никто не дойдет еще? С телепортом и все. Да все, уже все эти сыграны. Халецкий. Еще шестерен. Спасибо, ребята. Что-то это... Не тому. Да, что-то нормально. Вот так вот. Я тебе дал. И кто... А, и победит бро, да? Потому что он менее зловредный. Золото забирай, Леша. 1500 будет. Ты главное золото забирайте. Золото, чтобы еще больше зловредным стать. Я, кстати, посоветовал Леше деньги забирать. За счет этого он проиграл. Кстати, да, он был бы добрее. Да, я мог бы 1000. Нет, если бы я раньше начал собирать, я мог бы потратить 1000 на плюс 13 шестеренок. Ну что ж поделать. А теперь я забираю.
Лёш, ты вот там неудачно стал. У меня сейчас был следственный эксперимент, я думал у кого-нибудь вытянуть на завод и там быстренько разогнать на 3 шестеренки. Ну извини. А ты его туда стал. А до следующей не могу. О, вот эта карта, ребята. Ну, все, вот видишь, вот не было смысла, я говорю, да. Не дойду. Ну, престижа все-таки добрался до астрала. Ну что, телепортом в астрал. У кого есть карта на... Вообще ничего нет, ребят. Ничего из астрала делать. Вытащить можно разве? Нет, ты можешь сделать пакость на 2 шестеренки. Что-нибудь такое? У меня есть пакость на 2 шестеренки. А делать по максимуму, когда последний ход. Я уже не успею. Было бы на 5, был бы. Это за второе место идет. Второе место, кстати, тоже. Третье место. Первых три места тут очки, по сути. Рада нашла героя, который Лёша в своей игре использовал. Ну так что, может, скажете, что он там забыл? Ты забыл деньги забрать. А-а-а. 50 за эту монету потерял. Тут 1000 на... И он бы получил плюс 13. Это уже 26, это уже победа. Это не то, что победа. О, сейчас будет что-то. Сейчас, Лёша... Эх. А сейчас уже... А во время свапа, кстати, нельзя не зависеть карту же, да? Можно, можно. Можно. Можно разве? Да. Нельзя, только... нельзя, не волнуйся. Нельзя заюзать, ребят. Нельзя использовать, я точно помню. Ты сам телепортируешься? Да у меня, берешь... у меня ничего и не было, на самом деле. А, это результат движения. Еще раз пошел. Ну-ка, ну-ка. Да нет уже там. Все, я последний, походу. Да. Не, у меня еще должен быть... А, я же пропускаю. Нет, нет. Ты даже не то, что пропускаешь, у тебя не будет ход. Ты начинал ход. Странно, что максимально один голос, ребята. Как так сыграли? Голос максимум. Вот, блин, опять до следственного этого не хватает ходов. Что ж такое-то? Уже все. Сейчас бы дам. Ну ладно. То смеялись, престиж, что ты пойдешь на топ. Пожалуйста, вот выиграл человек. Ну, Олег, кстати, на второе место. Почему? Да, кстати, почему. Непонятно. По какому критерию не смотрят? А, наверное, золото больше всего. Если только по деньгам. То есть получается только если по деньгам. Значит, деньги важнее. Не, ну плохо, важнее, что Алексей так тянул. На 10-м ходу еще тащил, а тут вот так. Я считаю, что первых три победили по-любому. Вот, видите, какое место у нас. А вы 4-й, 5-й, 6-й. Мы были такой, вот обе игры были такие, ноздря в ноздрю. Достаточно да, интересно. Да. Ну, Поляков победит, кстати. У меня было больше всех, я думаю. У меня где-то 18 было. Ну, Паша, в начале очень невыгодно тащить. Да, это везло. В середине я тащил. А как Леша, раз, кстати, сейчас просто, мог выиграть, да. Не просто в начале не выгодно, а в конце выгоднее всего. Вот у кого в конце там выпадает комбинация, тот и выиграл. Ну, у да. меня в конце комбинаций никаких не было. Вообще за всю игру ни разу ни одной комбинации, третье место. Ничего не было, вообще никакой комбинации. Ни одного астрала не было. Ну это же без комбинации. С третьего ада только что-то выпало. Ни разу в ад не зашел. Обычно за игру раза 3-4 захожу в ад. Ну все, всем спасибо за игру, я уже да, пойду. Спасибо. Давай. Спасибо всем, ребят. Всем снимаю лайки. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. И раз вы досмотрели до конца, то у меня к вам просьба. Поставьте лайк. Вам это ничего не стоит, а мне будет приятно и поможет распространиться моему видео. Ну и если вы хотите поделиться этим видео, то я совершенно не против, а только рад.
разместите его у себя где-нибудь в социальных сетях или просто сообщите вашим друзьям. Спасибо, что досмотрели до конца. Удачи и играйте в умные игры.